Данное соревнование – это шестой этап 8-го чемпионата Республики Башкортостан по трофи-рейдам. Это предпоследний этап этого года. Спортсменам необходимо собрать максимальное количество точек. Точка – это условное нанесение либо краской, либо бумажкой, либо пластиком на стволе дерева, либо на камне. Взятие этой точки – это когда спортсмен прикоснулся своей рукой к этой точке и либо ногой, либо рукой к автомобилю. Купила Ниву и решила попробовать свои силы в данном виде спорта. Тем более, одни мужчины участвуют. Почему женщины? Женщины у нас везде, во всех сферах жизни впереди. Поэтому почему бы тут не попробовать? Вначале очень тяжело было, там, учитывая, что там запчасти очень тяжелые, колеса перекидывать. А потом как бы в это втягиваешься, нормально все. Я начала с того года участвовать, но в качестве штурмана. Как пилот я начала с этого года. Я уже на пенсии 15 лет. И вот занимаюсь в свободное время. Наша машинка сделана для трофи-рейдов. Из простой Нивы, вазовской машины. Это мосты стоят от УАЗика, коробка, двигатель от вазовской машины. Это Nissan Patrol. Автомобиль был штатный, был найден на свалке, можно так сказать, был куплен за копейки в замену УАЗика. Машину готовили для соревнований полностью, тракторные колеса. Машину вложено год работы своими руками полностью. Вся сделана, ничего покупного на ней нету, все делалось своими руками. Честно скажу, без работы я потратил на нее 400 тысяч. Еще, хорош. На самом деле, бывает, надо заехать там в центр какой-то грязной лужи, ужасной, там, отлебедиться несколько раз, копать, может быть, даже, может быть, хайджеком машину даже переворачивать, либо бревна вытаскивать из-под колес, а до нее добраться и ее взять. То есть порой взятие точек продолжается по несколько часов, если не произошло поломки. А бывает такое, что автомобиль сломался, и тогда даже бывает эвакуация происходит там в течение нескольких дней. Например, брод я ездил, получается, 20 сантиметров, ну, выше стекла было однажды. Ну, страшно, машина всплывает, люди в салоне тоже боятся этого, вода в салон попадать начинает. Честно сказать, я люблю чинить их, люблю ломать их.